Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Skip888, и мы продолжаем играть в Starbound. Я перелетел на другую планету, опять биом джунгли, и вспомнил про такую полезную вещь, как экстрактор. Давайте для этого уберем вот этот вот столовую, да, кухонный стол, который мне пока что не особо-то нужен, так как готовить мне пока не из чего. Отлично. Стол, уйди сюда и сделаем этот экстрактор. Где он? Вот он. Как он называется правильно? Не знаю, давайте его создадим. По идее, если я все правильно помню, в эту вещь мы можем продавать, не продавать, а как бы расщеплять разные ненужные нам вещи, и они нам будут за это давать пиксели. Если я все верно понял. Так, давайте, что у нас тут есть? Корона. Не, не то. Так, что у нас тут есть? Ну, допустим, вот это оружие. Давайте попробуем его. Какое-нибудь такое. Обменять. Нет. Референдить. Обменять. Что это? Картошку? Нет, не хочешь? А, блин, нет. Я примерно понял, что это делает вещь. Да, ресурсы в пикселе. Переводит. И все только ресурсы, а землю? Нет. Стоп. Ну, в принципе, тоже довольно полезная вещь. Теперь имеет смысл собирать абсолютно любые ресурсы, какие мы встретим, дабы их на пиксели при необходимости пообменять. Ну, тут еще, по-моему, что-то должно быть такое интересное. Так, по идее, ничего, да? Тут оружие. Так, вот, на референдере. Так. Ага. Роботизированный пиксельный вот этот стол, процессор мне нужен. Крафтинг тейбл. Чтобы робота скрафтить, да, я так понимаю. Кирки более продвинутые. Так, вот она. Эта вещь. Да. Ну ладно. Тогда отправляемся на планету. Здесь у меня транквилизаторы, эти, как их назвать? Стимуляторы, да? Убираем, убираем, убираем. Они мне пока особо не понадобятся. Вынесем мясо. Какую-нибудь под застройку вещь. И факелы, да, по идее. Где факелы? Я что-то не наблюдаю. А, вот они. Ну и все, на планету. Так, дров у меня достаточно. Достаточно. Давайте будем. Давайте в этот раз собирать по максимуму. Так, волокно мне еще немножко пособирать нужно. И думаю, надо как-то уже существ тоже убивать и готовиться потихоньку к боссу. Так, факел. Я был на этой планете, отлично. Уходим. Так, интересно, как так и прилетел в тот же сектор. О, нет, у нас топливо есть. Давайте, ладно. Окей. Форест. Так, топлива не хватает. Ладно. Что у меня тут с топливом? Пополнить. Хватит тебе теперь. Для Форест. Тоже не хватает. А ты меня разоряешь. А так. Весь уголь скинул уже.
Давайте. Хочу почему-то на ту планету. Теперь принципиально. Давайте. Ладно. Давайте тогда, где у нас дерево. Сделаем еще угля. Я вот только не очень понимаю, сколько мне этого угля, но ладно, так что-то с дерева сильно дофига его потратить придется. Наверное, мы все-таки не сможем туда улететь, куда я хочу. Так, 183. Мне что-то подсказывает, что он захочет 200 за этот перелет взять. Да, по идее 200, наверное. Ну-ка, на ближайшую сюда. Snow. Desert. Тоже 200, по идее. Ну тогда давай сюда, что ли. Раз ты такой. Да, ха-ха-ха-ха. А предмет интерьера-то можно запихивать? В эту машину нет. Нет. Такой-то и не предмет интерьера. Ни разу это была картошка. А жаль. А я так хотел какой-нибудь туда интерьерчик и предмет запихать. Давайте сейчас эту банку с мозгами возьмем. И пристроим ее где-нибудь. Вот так. Все. Вроде как достигаем своей цели. Но давай уже лети скорее на планету. Нам пора исследовать. Так, каменистая. Предположим. О, что за тварь? Непонятно. Ни о чем. Так, уголь. Ой-ой, песок. Да, песок не слабо так обваливается. А, блин. Уголь нужен, чтобы факелы делать. У меня в аппарат угля-то и нет. В силу моих стараний перелететь. Ну ладно. Будем фармить то, что есть. Серебряная руда, неважно. Все продастся, все куда-нибудь найдет свое применение. Что-то интересное. Дротик. Что с ними делать? И что мне с этого дротика? Ни холодно, ни жарко. Острый дротик. Так, в руки взять можешь? Ой! Ой. А, давайте, парни, склеснемся. О-хо-хо! Как вам сила моей кувалды? Познай. Познай ее мощь. Познал. Так, ой. Ты меня не задел? Чё только пиксели из вас вывалились? Это что было? Так, я собрал эту вещь. Так, дротики все повыкинул. Так себе приобретение. Так. Ой. Что здесь за пати? А, вы добрые. Вы добрые, милые зверушки. Ладно. Я тоже не конфликтный парень. О. Сундук. А вот вы нифига не добрые. Поэтому гибнее. Оу. Кусил. Ладно. Так, отойди, зверь. О, пульсирующий прыжок. Супер, супер. И клёвый сундук. Отлично. Так. Давайте руду побыстрее соберем.
И сейчас быстренько вернемся на корабль, дабы пульсирующий прыжок себе установить. Первая наша технология. И это здорово. Хочу эти туруду. Я ее, если что, в пиксели переведу, не проблема. Мне как бы медная не особо нужна. Поэтому... Ну, как-то так. Давайте выше. И выше. Ну, блин, вылазь. Так, окей. На корабль. Так, кушать хочешь? Ну, не особо так, чтоб. Ладно. Технология. А, блин, нет. Не так это делается. Сначала щелкаем сюда. Все. Вот она, моя технология. Давайте. А, о, вот так сюда. Окей. О, все супер. И теперь обратно вниз. Вот так. Это клево. Пульсирующий прыжок, это здорово. Офигеть. Ой-ой, покемоны. Блин, а? 120 пикселей с них свалилось. Нифиговые такие покемошки. Побежали. Может, еще какую-нибудь наземную сооруженницу найдем. Будет прикольно. О, там кто-то дофига какой здоровый лазит. Ты кто такой? О, оу, а ты парень серьезный, я как посмотрю. Еще и регенерируешь? Или что там делаешь? Ой-ой. Оу, парень, отцепись. Ой. Жесть просто. Ну-ка. Получай с лука плюху. Жесть. Что это было? А, у меня силы кончились. Блин, он меня победил. Жесткий парень. Кто он такой? Блин, месть. Сейчас должна свершиться месть. Мы придем к нему. Окей. Ну ладно, коварный парень. Так, сундук. Явно зря здесь. Куда я там эти свои выложил? Ага, вот они. На регенерацию. Сюда. Они мне должны помочь справиться с этим негодяем. Где эта сволочь? Ему надо непременно отомстить. Ишь ты, гопник. Гопник инопланетный. Ой-ой. Да блин, даже эти кусаются. Ну, где ты гопота? А, вот ты где пасешься. Окей. Он злится. Конечно, злись. Иди сюда. Ты где там? Да чтоб тебя! Он опять нас убил. Нет, ему его надо определенно за это наказать. Вот все непременно. Как только это сделать? Это другой вопрос. Давайте попробую с лука на него напасть и не подпускать слишком уже близко. Может быть. Так, мы сможем с ним совладать. Просто регенерация у него идет, насколько я понимаю. Да урон у него даже не будет никакой регенерации. Весьма неплохой. Что для нас лично очень плохо. Где эта фигня?
Да что у вас? Этим еще топором не очень удобно махать, или что это у меня тут киянка? Она потому что... Да блин, у него еще скорость такая, какая-то невероятная. Здесь это парень. А вот он злится и бежит. Окей. Да ладно. Что это у нас там выбилось из него наконец-то? Страшный ух и щит, а где ты? О. Так. Ты за помощью, может, бежал, парень, извини. Я как бы... Тебя я не прощу, маленький покемон. Страшный ух и щит, ты где? А, блин, вот он. В руках. О, что это? 17-10. Скорость атаки 1.77. Еще и стреляет. Ну давайте попробуем. Что это за ромашка в руках скорее, нежели страшный ухо-щит. О, стоило ради этой фигни валить того парня. Вот вообще нет. Ой. Что же. Давайте вернем эту вещь. Альтернатив особых я не вижу. Так. Ладно, купаться не будем. Будем снова исследовать местность. Сахар. Тростничок. Сугар. Хит. Ага, хорошо. Сахарок нашел. Прикольно. Будем выращивать растительность всякую. Потом из нее еду делать. И посмотрим, какие она нам бафы будет давать. Вроде она там тоже прикольные бафы дает. Еда. Но это чуть-чуть попозже. Лупоглазики. Давайте умирать. Нет, этот лупоглазик решил убежать и этого подбил. Ну ладно, ребята, валите. Раз вы так не хотите гибнуть. Тадам. Оу. Да блин, тут не рассчитаешь. Ла-ла-ла-ла. Так. Получив бубен. Вот опять. Не рассчитал, потому что медленное довольно оружие. Так, уголь. Вовремя. Угля у меня аккуратнее. Пикселей. Слитки железные, как бы. Пускай тоже, ладно. Дареному коню, как говорится, в зубы ни того не смотрят. Все, что ли? Так, ну-ка, пальму срубим. Тыдыщ! Просто дерево. Так, тростник, семя, странное семя. Ага, сахарный тростник. Хорошо бы выращивать сахарок. Так, что здесь у нас за страшная пещера? Вот фиг пойми. Так, кстати, да. Давайте факелов наделаем. Всего угля, что у нас есть, по сути, да? 42 факела. Но их должно долго хватить, по крайней мере. Ладно.
Но будет еще что интересное на этой планете или нет? Так, опять тупо дерево. Пещерки. Так, уголь. Добылся очень просто и легко. Ой, сейчас я сюда песок-то, наверное, сесть сыплю, не? Не сыпал. Отлично. Ой, тут тупо вода. Окей, окей. Намек ясен. Да, прыжок вот этот, конечно, прикольная вещь. И дофига полезная. Ладно, не будем лезть внутрь. Понял, у вас тут ничего прикольного нету, ребята. Мне надо что-то прикольное. Да все, какая тут паника началась вдруг. Все окей. Все окей, ребята. О, целое стадо непонятных даже зверей вот этих. Кстати, да. Вот это тоже все. О, чешуйка монстра. Всегда приятно. Да чтоб тебя. Опять я не успел, когда надо. Ты что такое? Кукуруза. Уголь. Сюда нифига. Current seed. Ой, чувствую, надо отдел заводить под разводку семян. Но это чуть позже. То у меня уже всякие разные семена. Буду пробовать выращивать. Тоже всякое разное. Пока. Такого по глазике. Да, походу на этой планете уже больше ничего интересного не сможем. А вот и не сможем. Смогли? Барретт Файр. Что ты можешь? Это печка, по идее, да? Плавить, что ли? Что-то плавить? Нет. Ага. Мясо. Мясо жарить. Блин, мяса сырого нету. Картошка. Нет. Что-то она делает, эта вещь. Воу. Ты нифига не мирный парень. Это понятно. Идите нафиг. Пока. Что еще? Иди сюда, дерзкий. Нифига себе, они просто даже вот не задумались на секунду. Надо, не надо, кто, откуда. Какой-то не космоса. Район какой-то гоповской. Все так и норовят на тебя кинуться. Что ж я вам сделал-то? Воу-воу. Так. Опять пульсирующий прыжок, супер. Зачем, только непонятно. Так, там еще один какой-то тип, который явно не особо добра там не желает. Я так подозреваю. Иди со своей пукалкой отсюда. Так, бомба. Бомба, бомба. Ага, бомба. Как они, как ими пользоваться? Давайте попробуем что-нибудь бомбануть. О! Легко и просто ими пользоваться. Окей. В принципе, забавная планета. На что-то мы тут нарываемся, нарываемся. В основном на неприятности. Но, тем не менее, тем не менее. Так, что тут еще мы можем повстречать? Данжик бы какой найти. Было бы вообще круто. Но что-то мне уже так не то. Хотел вот этого убить злодея. Ну ладно.
Так, иди отсюда. Не кактусы. Ладно, сильно заморачиваться на руде не будем. Не в этом наша цель. Так, какое-то еще растение собираем. Кукуруза. Потом разбираться, что это и зачем оно. Может, что-нибудь с него сготовить можно. Неважно. Уголь. Так, а, кто там был? Пташка. Ладно. Ага. Как-то подозрительно вот эта пещерка. Не особо подозрительно. Ой, поплыли, поплыли. Так, уголь. Уголь нужен. Так. Что у нас тут еще есть? Еще пещера. И тоже с нифига. Окей. О, тростничок сахарный. Ну, ой, стадо целое. Или как стая. Вы ж не травоядные стада сбиваться, а вполне себе такие хищники. Хотя по ним не пойми. Буры. Малиновые какие-то крокодильчики. Ну. Так, лупоглазик. Птаха, иди сюда. Птицы на планетах, как правило, стреляют чем-то непонятным. Поэтому надо их убивать без сожаления. Еще тростник. Ой. Грядки. Это хорошо. Что тут растет? Диоидея какая-то. Окей. Все просто чья-то грядка. О, сырая птица. На вкус как медь. Сырая птичка. Ладно, идет ночь. Давайте еще посмотрим, что немножко здесь у нас. Да я думаю, стоит вернуться на корабль. Ночевать на планете смысла нету. Да и бегать я здесь особо смысла уже не вижу. Вроде как бы довольно много чего интересного мы уже нашли. И вряд ли планета таит в себе еще что-то столь же забавное. Вот за этой горой глянем, что у нас ждет. О, поселение. Так, парень, привет. Что у тебя тут? Нифига ровным счетом. И часики. Часики прикольные. Часики мы тебя стырим. Бичонок какой-то, да? А вот сундучок. Может, тут какие-то пожитки хранишь? Каменная кирка. Вот эта фигня. Семя, морковка. Взамен чего морковку? А поди вот эта веревка не особо так, чтоб нужна. Все что ли? Ой. Вы тут чисто ночные, что ли, жители, или как? О, успел? Не, не успел. Эх. Скосили, скосили буквально. Телепортация. Ну и хорошо, думаю, на этом будем уже заканчивать наше приключение на сегодня. Довольно много и насыщенно произошло событий на этой планете. Ну и надо подразгрести инвентарь, кое-что сделать, но это уже буду делать не на запись. И начинать собирать босса. И также там в доспех приодеться. Ну, для этого я думаю, запущу
Вот эту машину. Какой-нибудь рудой, не особо нужной мне. Допустим, медной. Ну-ка. О, отлично. 57 пошли. И будем делать доспехи. Ну, а на этом все. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.